Лидеры Сербии, частично признанного Косово, в четверг должны встретиться в Брюсселе с представителями Евросоюза, чтобы возобновить процесс нормализации отношений. Это будут первые переговоры после перестрелки между сербскими боевиками и косовскими силами безопасности, произошедшей на севере Косово 24 сентября. В Приштине, похоже, не испытывают особого оптимизма относительно встречи в Брюсселе. Об этом, в частности, сказала глава парламентской фракции косовской правящей партии «Движение за самоопределение». Se Kosova ka qenë gjithmonë dhe ka treguar gatishmëri, ka qenë gatshme dhe ka treguar gatishmëri për pjesëmarrje në dialog me konstruktivitet e natyrisht edhe me obligime të cilat janë të njëjta për të gjitha palët, pasi të ato të dakordohen, përfshi këto dhe zbatimin e marrëveshjeve paraprake. В прошлую субботу дипломаты Европейского Союза, Соединенных Штатов, Франции, Германии, Италии и Великобритании посетили регион. Они представили проект документа, который мог бы стать официальной политической платформой для возобновления переговоров между Белградом и Приштиной. Что они донесли, могу только дослутим, или могу сказать только то, что би было наинормальнее да донесу, а то есть да донесу некую драфт статут заедницы общения со сербским вечином. Ситуация в Косово обострилась после того, как вследствие бойкота этническими сербами местных выборов мэрами были избраны представители албанского меньшинства. Дострашні изъяви и странок оппозиции, и оппозиции на Косово не оговештавают, да заправо нече ризиковати да се сугерише садашним градоначальницима да дају оставку. Што значи да ћемо у наредних 6 месеци, уколико не дође до оставки, имати једну врсту продолжене политичке кризе. ЕС, США и Великобритания хотят восстановить стабильность на Западных Балканах и не допустить, чтобы регион погряз в пучине конфликта.